Александр Павлович Иванов. 1876, 1933 или 40-й, не точно. Брат детского писателя Евгения Иванова, друг Александра Блока и член знаменитой семьи Ивановых, близкой Блоку, собственно говоря, обаяние этой семьи распространяется на и отношение к деятельности, к произведениям Александра Павловича Иванова, который по образованию был физиком или математиком, а потом перестроился в гуманитарную область и писал о Врубеле, о Рерихе, о Репине и явился автором одного художественного произведения. Это «Стереоскоп» с подзаголовком «Сумеречный рассказ». Это такая готика. Герой рассказа и рассказчик покупает стереоскоп, старый старинный стереоскоп, в котором только одна картинка – зал Юпитера в Эрмитаже. Чудесным образом он попадает в пространство стереоскопа. За 30 лет переносится на 30 лет назад и путешествует по замершему миру Эрмитажа и Санкт-Петербурга XIX века, соответственно, 80-е годы. Он приходит в фотографию, где все замерло, и замерли посетители в самых разнообразных позах, и только ужасная, одна ужасная старуха, воплощение злого духа, начинает преследовать героя рассказа, который чудом возвращается в свою комнату. На другой день, на другую ночь он повторяет этот эксперимент уже с расширением, потому что он бродит по Петербургу среди этих замерших фигур. Но возвратиться он должен, может только из Эрмитажа. Там начинается опять погоня, и он чудом спасается. Эта повесть, ее тепло оценили высоко, конечно, Блок, и Волошин, и Брюсов. А в наше время она выдержала сейчас, к теперешнему моменту, 8 или 9 изданий. Она входит в такие антологии страшных рассказов. Такие есть по Москве, есть по Петербургу. Вот это такой готический рассказ. Насколько о достоинствах таких литературных я говорить не буду. Для меня он в ряду Лафертовской маковницы, простите, Лафертовской маковницы Погорельского, то есть такое отражение, петербургское отражение готической темы, когда герои преследуют опасности, ну, соответственно, в разных локусах. И в последнее время цитата из Владимира Николаевича Топорова о том, что стереоскоп – один из лучших образцов петербургской гофманианы. Из чего, я думаю, читатель ждет уж рифмы розы, что дальше мы будем говорить о петербургском тексте, но нет. Ни петербургского текста, ни интертекста.
Ничего не будет, потому что мне бы хотелось рассмотреть эту тему с точки зрения мерцающей мифологии, с точки зрения мифологических клише. Мерцающая мифология не очень, я считаю, удачное название, которое мы придумали как раз в этом кругу. И в первом заседании, круглом столе по мерцающей мифологии принимал участие Скирмантес Валлиантес. Помните, стихотворение Гиады. Идея состоит в том, что мы являемся носителями мифологической традиции, сами того не сознавая. То есть речь идет не о знании каких-то сюжетов или не о знании примет, вроде черной кошки и так далее, и все, а в том, что, как ни странно, в нас вбита модель мира, набор оппозиций, привязанный к каким-то основным элементам. Например, тот же камень. Если задавать вопросы и по ассоциативному ряду, то, естественно, я думаю, что каждый скажет, что камень – это холод, это неподвижность, и, в конце концов, смерть. Камень относится к миру смерти. Хотя в нашем личном опыте это далеко не всегда так. И драгоценные камни, и какие-нибудь морские камешки, коллекции, они как будто бы не носят такого отрицательного, не имеют коннотата. Но есть камень – это смерть, она противоположна жизни. И вот мне было интересно посмотреть субспеция исключительно камни и воды, держаться в пределах темы конференции, что с камнем происходит в рассказе «Стереоскоп». Значит, действительно, топографически все описано точно. Это нижний этаж, герой попадает в зал Юпитера, это нижний этаж нового Эрмитажа, и попадает он в античный зал, то есть зал статуй, потом он переходит в египетский зал. То есть он попадает в мир камня. Кроме того, этот нижний этаж Эрмитажа, там каменные плиты, и стены мраморные, ну, может, он там искусственный мрамор, но, короче говоря, он попадает в каменный мир. И начинается он с того, еще до этого музея, с впечатления о стереоскопе, который задает ауру всему. Первое впечатление от стереоскопа – изображение имсамбульских колоссов. Гигантские фигуры Рамзеса, высеченные в скале, высились передо мною буроватыми призраками. Мертвенный двойник араба сидел на огромной руке колосса. Как все было там безмолвно, это мир стереоскопа, как чудовищно неподвижно. Фигура когда-то живого араба была так же навеки неизменна, как каменные лица фараона с заостренной, выдававшейся вперед бородой. Вот, задал этот каменный мир, ему уже не надо на каждой строчке говорить о камне. Он говорит об этом в диагностических ситуациях. И окружает, соответственно, лексикой камня. Была мертвая тишина. Я сделал несколько шагов вперед.
и странный звук родился у меня под ногами и умер. Так звучат под шагами каменные плиты, которыми выложен пол нижних залов Эрмитажа. Затем он выходит на крыльцо, это Теребеневское крыльцо с атлантами серого мрамора. Потом он выходит на улицу, там я шел одинокой, и лишь моя молчаливая тень на бесцветных камнях была мне спутником. Человек, погружающийся, затонувший в недрах огромного мертвого города. И потом камень появляется, уж совершенно, казалось бы, ни к чему. Герой попадает в дом своего детства. Как он его узнает? Он узнает его, первое, по каменной площадке, которая темнеет в углу. И взгляд останавливается на ступени. На ней слева большая трещина. Что-то копошится в памяти. Потом радостно просыпается. И вот опознаю эту бесследно забытую трещину в камне, вспоминаю все разветвления ее. Никакого отношения к рассказу не имеет. А вот камень появляется, камень, так сказать, звучит таким аккомпанементом. Только глаза мои бесцельно и полусознательно изучали сеть жилок на мраморе минувшей стены. Вот такой каменный мир. Дальше, значит, после того, как мы отвели камню область мертвого, неподвижного и так далее, в конструкции нашей модели мира и нашего восприятия мира идет следующий шаг. Этот, так сказать, камень мертвый в пределах бинаризма. Затем мы начинаем опровергать бинаризм, о чем уже говорила Леопильд, о таких промежуточных ситуациях, не вовсе мертвый, не совсем живой, не житель мира, не призрак света. То есть, короче говоря, нам надо опровергнуть, нам надо в этом камне найти жизнь. Как это делает Иванов? Ну, тут, значит, мы сад расходящихся тропинок. Первая тропинка. Там есть такой эпизод, когда он попадает в этот зал, он разбивает витрину и вынимает скарабея. И когда он возвращается в реальный мир, скарабей возвращается с ним, то есть материализуется. Причем он еще сохраняет теплоту остывающего камня. Мало того, он давит, он причиняет боль просто ему, так сказать, как каменный диск. То есть, короче, и так он и остается с ним. И мало того, когда герой потом возвращается уже в реальный Эрмитаж, он приходит с этим скарабеем. То есть каменный амулет является его спутником уже в живом мире. Теперь опять-таки возвращаемся. Вот это, с одной стороны, холодная твердость призрачного камня, с другой стороны, теплота оживающего камня. Теперь к нашему уже такому культурно-мифологическому клише, если ассоциативному, если сказать «скарабей», то что мы скажем, что такое «скарабей» для нас? Что мы скажем, что это навозный жук? Нет, это, скажем, амулет, это египетское, то есть мы его сразу повышаем на такой, придаем ему мифологический уровень. Но, кроме того, скарабей-то в египетской
мифологии – это олицетворение солнца и признак жизни. И ну, я специально не занималась таким скоробеем в литературе XX века. Но зато приведу поэтому только одну цитату из Бунина, который такой действительно образец мифологического клише. Он, это рассказ «Скоробей» 24 года. Бунин описывает свое посещение Каирского музея и коллекцию скоробеев, 300 чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. 5000 жизней и славы, ну, их клали, значит, на мумии египетских фараонов. 5000 лет жизни и славы, а в итоге игрушечная коллекция камешков. И камешки эти – символ вечной жизни, символ воскресения. Горько усмехаться или радоваться? Вот, видите, как идет это оппозиции такие элементарные. Все-таки радоваться, все-таки быть в том вовеки неистребимом и самым дивном. Все-таки этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури с человеческим сердцем, который в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалась верить в смерть, а верила только в жизнь. Все пройдет, не пройдет только эта вера. Вот так, от плюса к минусу. Это первый, значит, со скоробеем. Второе. Когда герой попадает в мир безжизненный, мир стереоскопа, и ходит по залам, то он все время натыкается на застывшие фигуры людей. На пути попадались здесь и там немые и неподвижные фигуры людей, похожие на выленившие восковые куклы, то были прошедшие посетители и сторожа этих невозвратных зал. Они хранили неизменно каждый свою позу, перев стеклянные глаза в одну вечную точку. Порой я ловил эти взоры на себе или встречал их в упор. Казалось, я присутствую на мертвенном собрании восковых фигур в человеческий рост. Одни стояли, некоторые слегка закинув голову назад, иные смотрели в каталоги. Другие беззвучно разговаривали друг с другом, навсегда приоткрыв свои рты. И лица их от этого были странные, порой безобразные. Иные сидели в креслах и на диванах. Какой-то старик пытался объяснить что-то двум дамам. И вечная поза его была причудлива. Он как-то присел, склонившись слегка на бок и разведя руки, и неизменное лицо было жутко и вместе смешно. То есть куклы. И одна из этих кукол – Фантоша, злая старуха, которая преследует героя. Она оживает. Потом вслед за ней начинают шевелиться и другие фигуры. И эти все оживающие фигуры, они принадлежат иному миру, миру мертвых, и потому они опасны. Значит, одна из последних статей, посвященных стереоскопу, ну, вообще литература не очень велика. Это статья Бирюковой «Модернистская метафора музей как гроб в контексте символики города-музея в вопросах музеологии». Это 2012 год. Автор описывает содержание стереоскопа.
начинается с того, что, да, и подчеркивает, что значение музея как гроба, кладбища в проблематике искусства модернизма очевидно. Хотелось бы обратить внимание на существование этой метафоры в литературе и более конкретно в текстах, связанных с Петербургом. Ну и, конечно, тут стереоскоп, просто так, модель экземпляр. И камня не касается автор, хотя Иванов, он и залы подобрал каменные со скульптурой античной или с каменными саркофагами и все. Нет, это просто восприятие музейных экспонатов, умерших, принадлежащих к иному миру, и восприятие музея как гроб. Обращает автор Бирюкова и внимание и на эти застывшие фигуры. И сопоставляет их не только с античным царством Плутона, но и с адом Данте. Мрачным и тщательно структурированным, где каждому грешнику находится свое место, как и в стереоскопе, где каждый персонаж застыл в своей мучительной позе, а движение происходит по кругу. Путешествующий герой жив, остальные мертвы, за исключением старухи Фантоши, которая двигается как призрак-автомат, не жива и не мертва, как в автора, описывающего само собой, так сказать, впитывается это клише. И является в определенной степени проводником героя по минувшему миру. Это уже такое сравнение в интертекстуальную сторону. Я предлагаю никак не признавая правомерность этого сравнения, более близкое не столько из интертекста, сколько из мифологических клише. Это сюжет спящей красавицы, причем не столько по Перро и братьям Гримм, ну, а сказка, естественно, и в этом кругу сюжет был более чем известен, сколько по балету «Спящая красавица», то есть по либретто и постановке. Премьера была в 1890 году, балет Чайковского, а либретто Всеволожского и Петипа, и постановка Петипа. Значит, как описываются сцены в сказках? В сказках принц приходит вот в это спящее царство. Когда он увидел это, он был глассей, то есть он оледенел, потому что он увидел перед собой лежащие, распростертые тела, которые он счел мертвыми. Поэтому он и оледенел. А потом он понял, что они не мертвые, а он услышал, что они храпят, они спят и так далее. Дальше говорится о том, что когда чары снимаются, это уже у братьев Гримм, то огонь, который до этого спал в очаге, он проснулся, и вертел проснулся, и поваренок проснулся, и так далее. В другом варианте кто-то лежит, а кто-то сидит, то есть у рассказчика
или обработчика сюжета, у него действительно реальные. Они спят... Ой, простите, ради бога. Они спят 100 лет. Ну и вполне реально, как они спят, стоя. Значит, кого-то посадили, кого-то уложили. Заснул и свалился. А спектакль? Тут уже совершенно другое. Это же визуальное. Значит, там две сцены. Фея сирени заколдовывает, и она дотрагивается палочкой волшебной. И, естественно, это очень эффектно в балете. Все застывают в тех позах, в которых палочка их застала. Это именно те позы, которые нам описывает Александр Иванов. А потом идет сцена, панорама, оживание. Когда принц и фея сирени, они появляются в лодке, они, естественно, не танцуют, а только руками и ногами показывают свое удивление. Они застают всех в таких же позах, потом идет обратное действие, и все из этих поз принимают становятся живыми. Ну, вот мне кажется, что это клише, переход из мертвого в живое, использовано у Александра Иванова. Имею в виду именно мифологическое клише, а не интертекст и не споры о том, что именно он имел в виду. И это опять-таки идет вот к этой вот к этому заложенному в нас клише, что сначала мы все делим или дихотомически, черный не черный, или черный и белый, а потом выясняем, что есть и серый, есть не совсем черный и не совсем белый. Это мир Иванова, камень. Теперь, а что у него делается с водой? Значит, у нас есть клише, камень противопоставляется воде, потому что камень неподвижный, холодный, мертвый. Ну, насчет холода воды – это другая линия. А вода, главное, что она движется. Но есть живая вода и есть мертвая вода. То есть вода, которая становится камнем. В стереоскопе интересный прием. Вода там только холодная, замерзшая, лужи, покрытые льдом. Вода неподвижна. Кончается стереоскоп тем, что все-таки автор иногда заглядывает в чужие стереоскопы. И что же он, какая картина запечатлевается в его памяти? Картина воды. Но какой воды? Это вода мертвого мира. Через круглые стекла вижу я сосновый лес с узкой дорожкой. На ней мертвенно блестят лужи от недавнего дождя. И мне чудится, что я уже там внутри, хожу по сырой дорожке, углубляюсь в лес мертвых выцветших сосен, смотрю, как отражаются они в недвижных, как зеркало, лужицах. Водяные капли брызжут с коричневых листьев кустов, но то воображение, непереступаемой гранью я отделен от этой страны. Или через линзы вижу какой-то пустынный морской берег.
И мне чудится, что я уже там прогуливаюсь по влажному песку. И прямо передо мной пустынно расстилается минувшее море с белеющими, навек застывшими гребнями всюду, куда хватает глаз. И все бесцветно и печально. Я стою и слушаю мертвое безмолвие моря и берегов. Но все это лишь чудится. И через мгновение вспоминаю я, что лишь смотрю в стереоскоп и отделен заповедной гранью от моря прошедшего. Значит, море, мертвая вода. Жидкое, вот такое движущееся, все-таки есть у него. И это свет. То есть то, что, все эпитеты воды прилагаются к свету, который проникает, течет, вливается через верхние окна, а действительно в нижних залах Эрмитажа они всегда полутемные, да? Кто? Окна там наверху, и иначе как вливающийся свет, который дает узкую такой узкий поток, ничего и более точный нельзя сказать. Там свет тоже мертвый, он бурый, он подчеркивает Иванов, поскольку фотографии, цвет фотографии стереоскопический, они всегда такие буровато-коричневые. То есть, конечно, это свет иного мира, но все-таки он вливается. То есть, вот, несмотря на вот это страшное описание и с фантошей, ну, которое, ну, если возвращаться к «Спящей красавице», ну, конечно, фея Карабос, такая оживающая, все-таки он не может отойти от того, что и в этом нижнем, в этом ином, ну, нижнем мире есть нечто живое. И последняя фраза, когда он подходит в зале Юпитера к бюсту мраморному и кладет руку, и чувствует холодную твердость. И совершенно неожиданный такой. Бюст был телесен. То есть телесен, понятно, он имеет в виду бестелесность, то есть то, что если это призрак, то рука проходит сквозь призрак. Но язык и модель сильнее. И телесен, конечно, мы воспринимаем уже как нечто, уводящее нас к живому. Ну и после этого появляется скоробей. Все. Потому что, то есть не потому что, но вот встречный, так сказать, опыт семиотический, а именно семинар Креймаса, в семинаре Креймаса времени его развития идеи квадрата с градуальным принципом разделения, значит, разделение бинарного, не совсем мертвый, не совсем живой, как раз и основан на анализе спящей красавицы прежде всего. И там эти градуальности сколько угодно, скажем. Предсказание злой волшебницы исполняется, но не вполне, потому что добрая волшебница превращает смерть в сон. Ну и так далее, и так далее. Так что да. Это очень соответствует, так сказать, как бы сказать, мировому опыту. Спасибо. Хорошо, я хотел бы заметить несколько важных, якобы для всех минулых, чтобы стануть объяснить. Прежде всего, Бродский сказал, вода представляет собой стекло. Да, я про стекло, уже не хватило времени, когда он разбивает стекло витрины. Возможно, я хотел перейти к другому. Сам стереоскоп есть взгляд через стекло, через линзу. А, да, он еще там, через линзы. Он их разбивает, потом линза. Линза появляется. Эффект, который получается при взгляде в стереоскоп, очень парадоксальный с точки зрения реальности фотографии. С одной стороны, она становится реальной, потому что объемной, а с другой, минутку внимания, страшно нереальной, потому что она противостоит нашему чувству гравитации. Вот рассматривание фотографии не разрушает нашего естественного чувства гравитации.
оптический и гравитационный опыт не противоречат друг другу. В стереоскопе есть такое чудо, когда все эти маленькие и большие предметы, они остаются маленькими и большими одновременно, совершенно разрушают опыт гравитационного присутствия. 3D. Что? 3D. 3D разрушает особенно в стереоскопе. Потому что само созерцание через стереоскоп, это такое сидение в кресле, тяжелая машина, она дает очень интересные эффекты. Эти эффекты могут быть сопоставимы со сном. И разглядывание мира через фотографии стереоскопа отчасти напоминают мир сновидений, хотя у нас нет достоверных возможностей оценить то, что мы на самом деле видим во сне. Нам кажется, и тут большую роль играет вербальное припоминание сна, что мы видим мир таким же, каким он переживается нами в яви. С другой стороны, там всегда остается что-то странное. Например, сон все-таки несколько тусклее. Во сне мало кого что-нибудь ослепляет. Там есть свет и тени, но не ослепительные. И вот мне кажется, что переход этих словесных клишек в терминологию зрительно-гравитационных переживаний в данном замечательном рассказе остается, так сказать, одной из субстанциальных задач и загадок современного анализа жизненного мира, потому что жизненный мир и более или менее безжизненный мир есть элемент одного и того же континуума. Спасибо. Одно слово в дополнение к тому, что говорил Александр Гербертович. Там же на протяжении всего доклада у героя присутствует оценка своего состояния. Да, да. Ужасно, страшно. Да. Я был повергнут в глубокий ужас, и вполне возможно, это мне просто по ходу пришло в голову, что вот эта оторванность от Земли, нарушение пространственных координат, отсутствие или иллюзия отсутствия гравитации, и в связи с этим разбивание стихий, их изменение, и порождает вот этот страх и реальности, которую он все время артикулирует. Да, он не столько говорит камень, сколько все время говорит... Я хотел бы согласиться с очень интересным утверждением о нарушении гравитационной, скажем, составляющей. Я бы добавил и ваше уточнение о пространственном. То есть это такой некий синтез и одновременно иллюзия пространственно-временного континуума, если так можно выразиться. Я бы добавил еще одну маленькую, но, на мой взгляд, чрезвычайно важную деталь. Вот слова «ужасно», «страшно», «таинственно» – они не случайны, поскольку большинство фотографических процессов конца 19 и начала 20 века были, ко всему прочему, еще и чрезвычайно ядовитыми химикалиями и весьма вредными для тех людей, которые работали с этими процессами. Я в свое время посещал в Швеции семинар по старинным фототехнологиям и был так очарован этим процессом, что сказал, что я бы хотел сделать это у себя как-то дома. На что мне, так сказать, погрозили пальцем и сказали, что эти процессы возможны только в очень хорошо вентилируемых помещениях, потому что на самом деле чрезвычайно вредны и ядовиты. Спасибо. И мы все помним этот ужас в глазах от вспышки, который тут же фиксирует это состояние во время старых фотографий. Еще вопрос. Хотя, Владимир, можно я задам вопрос? Меня совершенно в этом рассказе убил один момент. Мы привыкли к тому, что это, может быть, тоже наше мифологическое восприятие, к тому, что человек не имеет права менять прошлое. Ну вот, предыдущее. Да, прошлое.
и вмешиваться в то, что он видит в другой реальности. Да? Каким-то боком все-таки ваш герой забирает скоробея, возвращает его впоследствии, и ничего не происходит. Вы можете это объяснить? У него в стереоскопе, в рассказе, то есть, вы знаете, у него ведь, я же не пересказывала, и поэтому, то есть я с точки зрения так, литературоведческой ничего не говорила, например, и с точки зрения о достоинствах рассказа. И о том, скажем, его объяснении, которое, мне кажется, довольно натянутым, почему Фантоша, эта старуха, его преследует. Тут какие-то там происходили сбои. Теперь это первое, это как бы не начало ответа. Теперь второе, из того, что говорили про всякие там технику фотографирования, я сделала вывод, что я-то это все как гуманитарий описываю, и для меня эта техника все равно, что это такое нечто непостижимое. А он-то был он кончил физико-математический факультет университета, и, очевидно, у него само собой в его описании вот некие такие, ну, условно-технические компоненты, они присутствовали. Теперь, что значит, что ничего не происходит? Во-первых, он остается, во-первых, разбит стереоскоп, причем именно разбиты глаза стереоскоп. Он разбивает линзы, вот это вот стекло. Второе, он остается со скоробеем. Скоробей из того мира, и поэтому он приходит в Эрмитаж, и сличает его, при том, что там стекло, естественно, не тронутое, все скоробеи в порядке, при том, что они там зеленые, а он коричневый, и это тоже я гуманитарным умом не поняла, для чего ему это нужно. Потом я поняла, что это подчеркивание, что фотография коричневого цвета, и поэтому это доказательство такого происхождения сверхъестественного этого скоробея. Это точная копия с таким же отломанным крылом, он их сличает, все абсолютно такое же, а цвет другой, и он каменный. Ну и, конечно, то, вот как он остается, как бы нечто потерявшим, расставшимся с этим миром. И не случайно, что последний он возвращается к стереоскопам для того, чтобы, в общем, опять проникнуть в этот мир, но уже мир воды, что так?